Доброе утро! Сегодня мы будем заниматься утренней растяжкой. Начнем с головы. Как вы считаете, когда лучше заниматься спортом? Утром, днем или вечером? Как ты думаешь? А, ты со мной? Да. Ну, я думаю, что, наверное, какая-то легкая растяжка, либо зарядка. И лучше заниматься утром, чтобы разбудить весь организм после подъема сразу. Стакан воды и 15 минут какой-то зарядки. Давай более бодро. Что такая? Я тебя слушаю. Вот. Обычно тренировки, не знаю, у кого как, но когда я делаю утром тренировку, особенно если рано, ну там часов 7, то я весь день хочу спать, уже сонная. Вот, тренировки мне лично даются вечером хорошо. Вечером потренировалась, потом домой пришла, поела какую-нибудь рыбку, белок. Детикатез, да? Белок. Можно два белка съесть. Две рыбки съесть. Ну, если они небольшие, то, наверное, можно грамм 120 рыбки. Ну, вчера я ела тунец. Я вчера съездила домой, позанималась. Чем еще же можно заниматься дома? Ну, такая пересилила себя. Думаю, кроссовки не хочу сюда тащить, чтобы тебя здесь заниматься. Позанималась. Там минут 30-40. Собрала вещи и поехала сюда. Я тоже думаю, что... Ну, хотя нет, я считаю то, что лучше заниматься спортом все-таки утром. Это тебя бодрит. Ну, если тебя бодрит, то, конечно. Но просто меня как-то не особо бодрит. Еще я вчера... Ну, это как бы логично, что надо спать с 11 до 2 ночи. То, что там еще выделяется какой-то фермент, который отвечает за жиросжигание, представляешь? Ну, ты просто эктоморф. Нет, ну, у тебя просто, ну, хорошая фигура. И вот это такой тип, да, когда хороший. Давай эту, не бабочку, а лягушку. Лягушку? Можешь чуть-чуть бабочку поделать. Сверху вот эту лягушку с бабочкой. Ну, бабочка вот так крыльями машет. Заторможилась. Лягушка. Так, что это? Что это? Вставляй лягушку. Лягушка же так сидеть не будет. Почему? Она все может. Занимайтесь спортом.